Доведение в эксплуатацию спортивного комплекса в ауле Егерухай осталось совсем немного. На днях данный объект посетил глава республики Мурат Кумпилов. Руководитель региона проверил результаты работ по возведению спортивного комплекса. Напомним, что в двухэтажном здании площадью более 800 квадратных метров располагаются три зала – многофункциональный, борцовский и тренажерный, административные и подсобные помещения. Проект был реализован благодаря участию районов в программе комплексного развития сельских территорий. Мурат Каральбиевич поручил в кратчайшие сроки дооснастить здание необходимым спортивным оборудованием, обустроить прилегающую территорию, чтобы до конца года открыть физкультурно-оздоровительный комплекс. В ходе рабочей поездки Мурат Кумпилов посетил новое здание ветеринарного участка, возведенного в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Следует отметить, что реализация данного проекта включает в себя не только строительство здания, но и приобретение оборудования, мебели, благоустройства прилегающей территории. Кроме того, в ветучастке теперь есть современная операционная, оснащенная всем необходимым. Глава региона поручил ответственным лицам до конца года завершить все работы и открыть ветеринарный участок, а также продолжить плановые ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия, а также мониторинговые исследования.